Безопасность югорчан обсудят в прямом эфире. Онлайн-встречу с жителями региона проведет директор Департамента гражданской защиты населения региона Николай Зайцев. Глава ведомства ответит на вопросы югорчан и расскажет о безопасности населенных пунктов во время пожароопасного сезона, а также на водных объектах и в лесу. К слову, в округе зарегистрировано уже 2 случая гибели людей на воде. В Нижневартовском районе утонула женщина, а в Урае рыбак выпал из лодки. В прошлом году в Югре с мая по октябрь на акваториях погибли более 30 человек. Отмечу, в прямом эфире состоится 30 мая в официальной группе Югра во ВКонтакте. Вопросы можно задавать в комментариях под постом в соцсети.